А вы незаконно хотели, что какие вопросы задавали? Уважаемый, у нас вы с посольства Армении, правильно? У нас все согласовывают с руководством сначала. Потом вам дают аккредитацию, тут потом вы снимаете что-то здесь. Не, незаконно хотели снять провокацию, устроить. Все, давайте. Давайте, все, давайте выгоняйтесь на территорию. Давайте. Слушай, ты дом придержи, да? Давайте. Ты веди себя нормально. Давайте, 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 выгоняйте их отсюда. Выгони тебя! Дом веди! Давай быстро за территорию! За территорию быстро! Понял?